Всем привет! Представляем коллекцию велообуви от Shimano 2019 года. Моделька RC7. В этом году она выглядит следующим образом. В черно-белом дизайне, как всегда, карбоновая подошва с трехточечным креплением для шипов типа SPD-SL. Подошва снабжена двумя накладками, такими прорезиненными, для удобства ходьбы. Основная часть ее сделана из карбона. Есть специальные деления для удобства регулировки монтажа шипа. И основная ее, как всегда, изюминка – это верх. Верх из запатентованной Shimano белой искусственной кожи. Такой интересность, если вы заметили, вот здесь есть некое такое тиснение. Кожа матовая, выглядит немножко как шелковистая, такая неоднородная. Есть дополнительная перфорация для хорошего дыхания и две застежечки BOA. Как они работают? Для того, чтобы ее ослабить, мы должны чуть-чуть оттянуть саму застежку, и у вас прекрасно ослабляется леска. Чтобы она начала работать и затягивать, просто прислоняем ее, и она прекрасно затягивает вашу застежку. То же самое и здесь. Эта клипса затягивает сразу целую большую территорию. Итак, отщелкнули, все ослабилось, прищелкнули и затягиваем. Затяжка происходит очень равномерно и удобно. Вот такая моделька в этом году представлена вашему вниманию. Обратите внимание на размерную сетку Shimano. Она является маломерной. Для того, чтобы правильно подобрать размер обуви, звоните нам. Мы подскажем вам, как правильно замерить стопу и подберем по размерной сетке правильный размер велообуви, поскольку она практически не растягивается, то нужно подбирать ее совершенно оптимальным образом. Звоните, мы проконсультируем вас и подберем необходимый размер.